Студенты Далиевского университета встретились с известным британским журналистом Грэмом Филлипсом. Иностранный репортер рассказал студентам о том, что такое работа в горячей точке и насколько важно сегодня прорывать информационную блокаду. Саша провел интересный мастер-класс. Может быть, сегодня знает или не знает, но мы будем пообщаться, показывать. И надеюсь, конечно, что будет интересно получать, какие результаты.